Всем доброго здоровья. Ну вот, изготовление ульев закончено. Теперь следующий этап, этап покраски. Крашу я эмалью PF-115. Ну, хотел резиновую краску попробовать. Ну, короче, с ней ничего не получается. У нас ее в продаже свободно нет, надо заказывать. А пока она придет, ну, в общем, долгая история. Вернемся к стандартной краске, какой я крашу всегда. PF-115. В общем, у меня есть различные расцветки красок. Зеленых три банки, тут не полная. И вот две. Темно-зеленая, ярко-зеленая, цвет травы. Синяя, вишневая, желтая. И здесь у меня уже смесь различных цветов. В общем, так, смешиваю, где вот краски побольше, где поменьше. Я пытаюсь экспериментировать, смешиваю цвета. И получается, вот тут вот получился какой-то типа персиковый. Здесь была оранжевая, добавил немного желтого. Вот, ну, понятно, что white spirit. Вот так вот, в общем, произвольно так смешиваю, пробую, экспериментирую, чего больше, чего меньше. И мне нужно покрасить 12 ульев. Мне нужно покрасить 11 ульев. Один-то у меня уже покрашен. И 11 подкрышников на сегодняшний день. Там ули, там, там. И вот один готовый. Сейчас я начну красить. Крашу я все тем же распылителем или пульверизатором, как он называется, фирмы Deco. Я уже его показывал как-то давно уже, года два, наверное, я его заказывал. И вот все еще он работает. Уже много чего перекрасил. Стены потолков и ульев, и, в общем, все, что можно красить. Ладно, будем красить. На время покраски я камеру поставлю в самый дальний угол, потому что на объектив попадет краска, потом я замучусь ее отмывать. Ну все, поехали. Сейчас осталось подождать, когда здесь все это высохнет. Итак, что мы в итоге имеем? Вот последний улик, такой ярко-зеленый. Два улика бледно-зеленых, синий, два таких персиковых. Здесь, кстати, прилетные досочки сушатся. Я их на пеноплекс просто воткнул. Вот они в таком висячем положении висят. Затем у нас два вишневых, раз-два, желтый. Два синих, и вот, короче, стопка подкрышников получилась у нас. В общем, три у нас. А, раз, два, три. Да, три. Три синих получается. К сожалению, отдельно помещения у нас нет для покраски инвентаря, ну и всего подобного. Поэтому исходим из того, что есть. Здесь как-то все вот тут закрываем картонками, всякими щитами, чтобы краска нигде не брызгала. Ну и то бывает, где-то что-то не закроешь, куда-то попадет. Вот. Поэтому зимой на улице красить не будешь. В общем, сутка двое сейчас постоит здесь, высохнет, проветрится, и я потом это все унесу под навес уже. Пусть там дальше сохнет, умерзает, обмораживается эта краска. К весне уже точно ни запаха, ничего не останется. Это точно. Еще надо было сделать 7 магазинов, потому что 5 я уже сделал, еще 7, чтобы 12 было.
Итого у нас 12 уликов в этом сезоне сделал я. Ну, пока хватит, потому что неизвестно, что там весна покажет. Вот. И каждый год по 10, по 12, 15 уликов буду увеличивать. И там уже, ну, а дальше не будем далеко забегать, потому что жизнь у нас скоротечная штука. Не знаешь, как повернется. Потихонечку, поэтапно. Не торопясь, не спеша будем делать. Чё-то краски надышался. Голова закружилась. На улице-то хорошо, свежий воздух. Красота. Вот эти 5 магазинов. Они уже высохли. Вымерзли все на морозе-то. И вот надо еще таких вот 7 штучек сделать. Чё, Джох? А? Толстяк ты. Ух ты. Так, что у нас в Амшанике? В Амшанике у нас 2,7. Влажность 72. Ну, отлично. Сейчас морозы вроде прошли уже. Потепление пришло. Ну, 15 где-то. 17. Нормальная температура вообще уральская. Пока хорошо.